Чего-то тут не хватает. Как-то мало украшений. Как? Больше нету? Ладно, пойду в магазин, куплю еще. Моко, я скоро вернусь. Больно. Зачем ты это сделала? Ха-ха-ха, так тебе и надо. Что здесь произошло? Мам, ты видела, какая у нас соседка? Она меня толкнула, когда я выходила, а теперь делает вид, что я ее уронила. Врушка. Какая невоспитанная девчонка. Мам, ты только посмотри на нее. Она сидит и даже не собирается извиняться. Дочь, пойдем. Взяла и испортила настроение перед Новым годом. Безобразие. Нет, ну это надо так. Ну и ну. Вот теперь намного лучше. Что-то я устала. Отдохну-ка я перед празднованием. Немножко так. Хорошо отдохнула. Господи, где я? Что это за лохмотья на мне? Золушка! Золушка! Где ее носик? Золушка, сколько можно тебя звать? Ты что тут делаешь, я не понимаю? Где наш завтрак? Что? Какой еще завтрак? Я так понимаю, это ты, та моя соседка, но почему ты со мной разговариваешь в таком тоне? Я вообще-то не Золушка. Ты чего, совсем что ли? Это ты как со мной разговариваешь? Я расскажу все маме, и тебе достанется за хамство. А сейчас быстро делай завтрак. Почему мы должны ждать? Что происходит? Это что? Розыгрыш какой-то? Где я? Что мне делать? Так, успокойся, Эппл. Все хорошо. Надо просто подумать. Да что тут думать-то? Ужас. Я, наверное, сошла с ума. Говорю сама с собой. Почему мы тебя слушаем? Мыши! Фу! Не подходите ко мне! Не подходите! Кыш! Кыш, отсюда! Ты чего? Совсем устала. Ага. Эй, мышки! Помогите Золушке приготовить завтрак. Что? Я опять здесь?
Это сон, это просто сон. Я сейчас открою глаза, и не будет никакой чужой комнаты, никаких говорящих мышей. Нет, почему этот сон не заканчивается? Золушка, что с тобой? А-а-а! Молчите, мыши не разговаривают. Нет, раз уж я вас слышу, скажите, почему я здесь? Что здесь происходит? Ты Золушка, и ты у себя дома. Может, ты заболела? Нет, я не Золушка. Это какая-то ошибка. Я Эппл Уайт, живу в 21 веке в 2019 году. Что? Завтрак готов! Отлично, а давай ты сейчас отнесешь завтрак, а потом все нам по порядку расскажешь. Нет. Я не служанка, и не буду ничего нести этим грубым женщинам. Но не можем же мы это сделать за тебя. Ладно, куда там нужно нести? Там другие мышки покажут тебе дорогу. Что с ней не так? Неужели это правда не наша Золушка? Тогда как она здесь оказалась? Из какого она века? Ой. Ваш завтрак. Анастасия мне все рассказала. За то, что ты бездельничал, ты будешь перемывать гору посуды, вещей и вымышь все окна в доме. Еще будешь перебирать крупы. Вон там ведро. А теперь вон отсюда. Так тебе и надо. Да что это за прикол такой? Почему мною командуют две моих соседки? Как отсюда сбежать? Надо загуглить, что делать, если случайно сошел с ума перед Новым годом и мерещится всякая чушь. Говорящие мыши — это, конечно, перебор. Это что? Замок? Настоящий? Да, самый настоящий замок. Но этого не может быть. Давай ты сейчас сядешь и все нам расскажешь. Ну, я наряжала у себя дома елку, и когда все сделала, прилегла отдохнуть перед праздником. Заснула. А когда проснулась, оказалась здесь. Нет, это явно сон. Я просто сплю. Ущипните меня. Ау! Нет, я не сплю. Ну тогда как я здесь оказалась? Я не хочу здесь быть, я не хочу быть служанкой. Что мне делать? А? Что это? Как ты возникла из ниоткуда? Или ты так же, как и я, случайно тут оказалась? Я уже телепортировалась? Что? А, ты фея! Моя крестная фея! Я настоящая фея? Классно! Я пришла тебе помочь! Ну, раз ты фея, значит, ты сможешь исполнить любое мое желание. Ну да, я же фея, но только доброе желание. Феи не должны исполнять дурные и злые желания. Ни в коем случае. Ну, так моя мама говорит. Ой, а почему ты плачешь? Я плачу, потому что я попала сюда случайно. Меня все здесь называют Золушкой, но я не Золушка. Я Эппл. Эппл Уайт. Не могу поверить, что оказалась в сказке. Я знаю, что ты не Золушка. Я знаю, кто ты. И как ты здесь оказалась, я тоже знаю. О, правда? Ура! Верни меня обратно, домой. Нет, моя дорогая, ты здесь не просто так. Ты не сможешь вернуться домой, пока не доведешь эту сказку до конца.
Да, но я не хочу быть Золушкой, бесконечно все мыть и убирать. Эппл, твоя задача — пройти эту сказку. Сейчас я не могу вернуть тебя, но как только выполнишь задачу, ты вернешься домой. Ну ладно, ладно, я все выполню, обещаю. Так, какие мне там задачи задавала злобная мачеха? Сейчас в два счета все сделаю, даже глазом моргнуть не успеют. Как я все это переберу? Может, есть какой-то легкий способ перебирания смешанных круп? А эта идея. Надо посмотреть в интернете. Ах, Эппл, запомни, здесь нет ни твоего телефона, ни интернета. Я уже много сделала. Отдохну чуть-чуть. Кыш отсюда! Кыш! Вы сейчас все испортите! Ну, и что вы натворили? А, так вы мне помочь хотели. Извините меня, пожалуйста, за то, что я вас так зло прогнала. Спасибо за вашу помощь. Теперь я могу сказать, что все дела сделаны. Стоп! Чего по коридору разгуливаешь? Куда идешь? Я иду говорить госпоже, что я сделала все ее поручения. Ах, да ты что? Ой, разлила. А, что ты делаешь? Ой, разбила. Какая я неаккуратная. А ты чего стоишь как вкопанная? Убирай давай. Моку? Что ты сказала? Я говорю, кот мокрый. Не смей обижать нашего кота, неуклюжая бездельница. Ай, я устала. Отдохну немножечко. Уснула, значит? Так, так. Золушка! Ой, пора уходить. Ой, иду, иду. Да, я здесь. Золушка, ты сейчас должна будешь... Фу, чудовище! Что? Ваш чай. Угу. Почему чай соленый? Соленый? Это уже слишком. Анастасия меня сегодня замучила. Весь день подставляет. Что за характер? Золушка! Золушка, к нам кто-то пришел. Открой дверь. Здравствуйте, милая леди. Держите, вот вам письмо от его величества короля и принца. А-а-а, спасибо. До свидания. Золушка, что там? Нам прислали письмо. От кого? От его величества короля и принца. Что? Что? Где? Где? Где письмо? Дай сюда.
Так. От принца и короля. О, это приглашение! Дай сюда. Эй! Его Величество приглашает всю семью на большой новогодний бал. Бал! Анастасия, если ты не прекратишь себя так вести, ты никуда не поедешь. А там написано, чтобы все приехали. А я могу сказать, что ты заболела и осталась дома. Ладно. А бал-то когда? Завтра в 6:00 вечера. Стоп! Завтра? Как завтра? Я еще ничего не успела, ничего не приготовилась. Как? Нет. Что делать? О, боже! Мне кажется, мне это не идет. Золушка, принеси мне зеркало. Сейчас принесу. Ты думаешь, что с таким поведением принц тебя выберет? Ты ведешь себя как ребенок. Если выбирать, кого взять в жены между тобой и Золушкой, выберут Золушку. Она красивая и много чего умеет, а ты? Я, конечно, постараюсь сделать так, чтобы принц тебя заметил. Бедная Анастасия. Она обижает других, потому что обижают ее. Фух, хорошо, что я умею шить. Правда, без выкроек очень сложно сделать шикарное платье. Я так волнуюсь. Не волнуйся, ты будешь самая красивая на этом балу. Спасибо. А у Золушки ведь никаких нарядов и украшений нет. В чем она поедет? Чего? Ты думаешь, что она с нами поедет? Ха-ха, не бывать этому. Она нас опозорит, нечего ей там делать. А я думал, что она с нами поедет. А она-то знает, что она никуда не едет? Пока что нет, но, естественно, в самый последний момент мы ей об этом сообщим. Отличный план. Пусть ей достанется за то, что она такая красивая и все умеет. Ух ты, какие вы все нарядные. А вот на тебе непонятно, что висит. Ой, у тебя порвалось. И здесь. Ой, что с твоей прической? Ой, как же ты теперь такая некрасивая поедешь на бал? Что ты сделала? Я всю ночь напролет шила это платье, так старалась. Как же я теперь поеду? А ты думала, что ты поедешь? Тебя там такую никто не ждет. А дом у тебя хлопот достаточно. До свидания. Золушка, что случилось? Я забыла, что Золушке в сказке не удалось сразу поехать на бал. Анастасия порвала мое платье, а я не с мачехой уехали на бал. Мне теперь не на чем и не в чем ехать. Что мне делать опять? Может, на этот раз? О, снова здравствуй! Я тебя ждала! Помоги мне, пожалуйста. Анастасия порвала мое платье, а мачеха сказала, что я никуда не еду. И они уехали на карете на бал, а мне не на чем и не в чем ехать туда. Хорошо, сейчас мы это исправим. Так, где там моя волшебная палочка? Ва, настоящая! Какая красивая! Встань ровно и не двигайся. Абра-кадабра! Ой, это не то. Абра-кадабра. Ну не то же, абра-кадабра. Вот, другое дело. Ну,
расскажешь? Какое красивое платье! Сама фасон придумывала. Все такое волшебное. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Стой, ты куда? Это еще не все. А? Я что-то забыла? А это тебе лично от меня самый главный подарок. Вот это да! Это самые красивые туфли, которые я когда-либо видела. Мне самой нравится. Носи на здоровье. А поедешь ты... Идем. То, что надо. Возьмем тыкву. Бери вот эту. Вот эту? Интересно, откуда тут тыквы растут в декабре месяце? Волшебство? Теперь поставь ее... А еще нам нужен конь и кучер. Абра-кадабра. Здравствуйте. Алекс? Итак, ты едешь на бал. На балу ты пробудешь до полуночи. Ровно в полночь вся эта магия и волшебство исчезнет. Твой наряд превратится в лохмотье Золушки, кучера, конь, мышей, а карета в тыкву. Только туфельки твои останутся. Я все поняла, я все запомню. Спасибо тебе большое. И помни о том, что я тебе сказала. Удачи! В сказке Золушка едва успела выбежать из замка до окончания волшебства, потому что она затанцевалась с принцем и забыла про время. Я, в свою очередь, не забуду и буду очень внимательна. Приехали. Фух, главное не забыть про время, не забыть про время. Не переживайте, вы очень красиво выглядите. Спасибо тебе. Ух ты! Как тут красиво! О, мачеха и Анастасия! Только бы они меня не узнали. Мам, смотри, какая странная незнакомка. И вправду, я ее раньше не видела. А вдруг она принцу понравится больше? Анастасия, прекрати. Время у меня еще есть. Да где же искать этого принца? Смотрите, принц! Здравствуйте! Приветствую вас на нашем балу. Могу ли я пригласить вас на танец, незнакомка? Да. Можно. Анастасия, не ной. Как только она отойдет хоть на секунду, сразу подходи к принцу танцевать. Я раньше вас никогда не видел. Вы случайно не из сказки? Мы все в сказке.
Скажите, пожалуйста, прекрасная незнакомка, как вас зовут? Меня зовут... Время! Я забыла про время! Стойте! Куда же вы? Подождите! Потанцуем? Стойте! Подождите! Куда же вы? Стойте! О, нет! Я даже не ожидала, что принцем будет Кен. Это было так волшебно, так сказочно. Мы так танцевали, что я даже забыла про время. Видимо, именно так в сказке с Золушкой произошло. Ну что ж, с Новым годом! С Новым годом! О, мачеха и Анастасия приехали! Куда спрятать туфельку? Как там на балу? Весело было? Отстань со своими глупыми вопросами. Мам, он за весь вечер ни разу со мной не потанцевал. Все думал об этой незнакомке. Думал обо мне? Как же мне ее найти? Я ничего о ней не знаю. Но у меня есть ее вторая туфелька. Придумал! Разыщем по всему королевству девушку, у которой есть точно такая же туфелька. Золушка, уберись там. Как это понимать? А ну-ка дай сюда. Нет, это мое. Дай мне, воровка. Отдайте! Отдайте, вы не имеете права! Это не ваше! К нам принц приехал, ищет незнакомку. О, это же та самая туфелька! Вот она, твоя незнакомка. Отдайте ту... Где она? Отдайте мою туфельку. Принцу ни слова о Золушке. Ты ничего не видела, поняла? А как это? А как так, мам? Нет, откройте, вы не имеете права. Выпустите меня отсюда. Помогите кто-нибудь. Где все эти мыши? Здравствуйте. Здравствуйте. Не ожидали вашего приезда. Я ищу девушку, которая вчера покинула бал и потеряла свою туфельку. Есть ли у вас тут девушка, у которой есть вот такая вторая? Да, есть. А? Вот вторая туфелька. И она принадлежит моей дочери Анастасии. Хм, и вправду такая же туфелька. Она точно ваша? Конечно. А кроме вас в этом доме женщин нет? Нет, больше нету. Тогда давайте померяем. Помогите кто-нибудь. Кто это зовет на помощь? Вы же сказали, что кроме вас женщин здесь больше нет. А, это наша служанка. Ой, знаете, она такая страшная, нечего на нее смотреть. Я обещал померить туфельку каждой девушке. Покажите мне, где она. Подождите, ваше подождите. Ваше Величество, стойте! Выпустите меня отсюда! Откройте немедленно дверь. Ну вот видите, какая она замызганная. Обыкновенная служанка. Ну да. Это вы! Наконец-то я вас нашел! Отдайте ей вторую туфельку. Это не ваша. Держите. Спасибо.
Возьмите, это мой подарок вам. Спасибо большое. Ой. Фух, я дома. Приснится же такое. Как это? Браслет? Кто-то плачет? Ты чего здесь плачешь? Моя мама ушла в магазин, и я смотрела за ней через окно в подъезде. Когда она уже ушла далеко, и я ее не видела, я хотела зайти обратно в дом. Но дунул ветер, и захлопнулась дверь. Мне здесь холодно. Ладно, не мерзни здесь. Пойдем ко мне. Держи. Спасибо. Ты здесь грейся, а я проверю. Вдруг твоя мама уже пришла? Вы уже вернулись. Здравствуйте. Что? Мама, ты пришла. Что случилось? Я стояла здесь в подъезде, смотрела за тобой. И вдруг у меня захлопнулась дверь. Я здесь мерзнула, было холодно. Но Эппл меня взяла к себе и согрела. Ой, спасибо вам большое. Пожалуйста. А теперь пойдем, и ты поподробнее мне все расскажешь. Почему ты сразу в дом не зашла? Привет! 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 Как дела? Давно не виделись, ребята. Привет! 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 Все хорошо? А у тебя? Мне тоже хорошо. Очень хорошо. Thank you.